мизинцем поднимает 50-килограммовую гирю в Баку. 57-летний мужчина стал знаменитостью. Выступление силача увидела Рамиля Тагиева. Невозможное возможно. Под таким девизом Алияр выступает на публике. Сила 57-летнего мужчины вызывает восторг у прохожих. Ежедневно иду на работу через бульвар и просто любуюсь тем, как человек умеет над собой работать. Вы только представьте себе, поднять мизинцем 50 килограмм. Алияр с детства любил поднимать тяжести. 19 лет это была штанга весом 140 килограммов. Тренировался по несколько часов в день. Бегал, отжимался ладонями, вбивал бозди в доску. По словам богатыря, спортивную форму ему помогает поддерживать даже работа продавца. Продаю автомобильные шины и диски. Специально не взял себе помощника. Сам переношу тяжести. Дела идут хорошо. За день Алияр поднимает сотни килограммов, а вечером отдыхает в кругу семьи. Время проводит с пользой, тренирует внуков. Для них дедушка настоящий кумир. У кого-то любимый герой Спайдермен, Супермен или Бэтмен. И когда у меня спрашивают, кто твой кумир, отвечаю: мой дедушка. Главная цель азербайджанского богатыря – попасть в книгу рекордов Гиннесса. Но больше всего он желает, чтобы внуки продолжили его дело. Рамиля Тагиева, Фирдоси Марданов, Мир 24.